У парка «Юность» активно готовят склоны к прокладке подъезда к долгострою «Морская симфония». Об этом говорят местные жители. Хотя по всем документам дорога к жилому комплексу должна проходить совсем по-другому. Чем может обернуться такая стройка, расскажет моя коллега Анастасия Кожушка. Новый застройщик «Морской симфонии» подрезает склоны и укрепляет территорию строительным мусором. В дальнейшем, по словам местных жителей, на этом месте должна появиться незаконная дорога, которая к тому же пройдет через парк «Юность». Изначально, согласно генплану, дорога к жилому комплексу должна была проходить совсем по-другому. Но, по словам местных жителей, для застройщика этот вариант очень затратный. Поэтому он ищет более выгодные пути решения этой проблемы. Она должна приходить в конец улицы Литературной. Точнее, начало улицы Литературной, и по средней террасе склона должна идти дорога, которая примыкает к этой петле и спускается вниз в паркинг ЖК «Морская симфония». Все укрепительные работы по склону, все дренажные системы, все должно быть просчитано. Мы понимаем, что это какая-то затрата для застройщика, но генплан есть генплан. Местные жители не хотят лишаться парка и активно выступают против строительства этой дороги. Они уже выходили на акции протеста и даже собирали подписи. Но, по словам людей, застройщик не принимает этого внимания. Продолжает срезать склоны, чтобы расширить подъезд к паркингу ЖК. А недавно еще и расправились с ливневыми водоотводами. Вот наша подстанция находится, которая сейчас вымывается из-за того, что нарушены все дренажные лотки поверхностного сбора. Вот. И это мы можем только представить, чем может закончиться. Кроме того, строительство дороги на склоне нарушает все нормы безопасности. Без должного укрепления он просто сползет в море. Вот нижняя часть склона, опять же, неоднородная, уже появились такие оплывины, плотневые порожки. То есть это все говорит о том, что склон живой. И если мы посмотрим вот срез этого склона выше, мы увидим, что он насыпался из строительного мусора, ну, в то время, что было, то и подсыпали. Поэтому, ну, здесь оголив его, оголив вот от этого дерна, оголив от защитных верхних слоев, ну да, это начало эрозии. Напомню, жилой комплекс «Морская симфония» строится уже около 10 лет. За это время здесь сменился не один застройщик. А обманутые инвесторы не раз выходили на митинги с требованиями, чтобы их дом наконец достроили, а люди получили долгожданные квартиры. Анастасия Кожушка, Алексей Барановский, Игорь Казанжи, 7 канал.